Зашли меня проведать, капитан? Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чаквас свое дело знает. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Я просто хочу поговорить. Хорошо. О чем вы хотите побеседовать? Мне пора. До свидания, капитан. Мы уже близко к цели. Когда мы все сделаем, Совету придется встать под наше знамя. Если бы мы могли привлечь Совет на свою сторону, это стало бы прекрасной возможностью для Альянса. Борьба была нелегкая, но теперь мы заслужили их уважение. А вы всю дорогу со времен Блица были на переднем краю. Вам должны дать вторую звезду Терры. Я в жизни не встречал такой женщины, как вы. Жизнь и у вас была не из легких. Но мне нравится, кем вы стали. Что вы, капитан? Заставляете меня краснеть? Я серьезно, Шепард. Я хочу пройти все до конца. Служебные дела мешают, конечно. Но когда задание будет выполнено, все будет иначе. Надеюсь, что вы думаете так же, мэм. Звучит заманчиво. Осторожнее, вы отвлекаете меня от спасения галактики. Все само собой сложится в ближайшие дни. Или ночи. Шепард, у меня рядом с вами мысли путаются. Мы сделаем это, капитан. И чем раньше, тем лучше. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще успеется. Что вы думаете о последней миссии? Хорошо, что не все инопланетяне похожи на Тарианина, а то бы мой желудок не выдержал. Но с Джонгом вы ничего себе поработали. Если получу штраф за превышение скорости, позову вас адвокатом. Поговорим позже, Кайден. С удовольствием. Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим. Как скажете, капитан. Капитан, я хочу сказать спасибо. У меня нет на это времени. До свидания, капитан. Шепард? Рекс? Капитан? У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своим обязанностям, шкипер. Винтовки ждут. Что вы думаете о последней миссии? Как вы с этим Джонгом круто обошлись? Не знала, что вы можете говорить на языке корпорации. Им надо просто объяснить, что ты получаешь то, что нужно тебе, а они то, что нужно им. У вас все просто выходит.
Честно говоря, я думала всадить ему пару пуль и улететь. Вы свободны, сержант. Мэм. Thank you.
Вам что-то нужно? Мне нужно идти. Увидимся.